Итак, дорогие друзья, это Никита. Он решил покормить голубей перед тем, как поехать в церковь. Он сейчас здесь. Дворик у нас не самый. Ну скажи привет. Ты специально хлеб этот вытащил, да? Привет церкви милосердия передай. Много собралось. Итак, дорогие друзья, закончим. Закончим пока. Или вообще-то не закончим. Здесь как раз подходят еще две сестры. Две сестры подходят. Ну-ка скажите приветы. Привет. Привет и кому? Илюхе, да? Привет. Илюхе привет. Илье и всем. До свидания, дорогие друзья. Закончим пока.